Продолжается в колледже неделя информатики. Сегодня в рамках ее программы состоялся брейлинг. Его подготовили преподаватели английского языка Татьяна Эрнстовна Петкова, Дарья Александровна Горбачева, Ольга Викторовна Степанова и Виктория Викторовна Грязнова. Рита по-настоящему разносторонняя девушка. Ее увлечения охватывают совершенно разные отрасли. Вот уже несколько лет она занимается журналистикой. В колледже состоит в ТСН, где делает новостные сюжеты, начиная от работы на съемочной площадке и заканчивая их озвучкой. Кроме того, в этом году девушка стала председателем студенческого совета. И, как отмечают преподаватели, не просто так. Она, как только пришла в колледж, сразу отлично зарекомендовала себя. Маргарита с первых дней своего обучения проявляет себя и демонстрирует как свою активную жизненную позицию. С первого курса она всегда участница мероприятий, в том числе и в качестве ведущего. Надо отметить, что, обратившись к Маргарите с просьбой о проведении мероприятия, она всегда с удовольствием идет и помогает нам вот в этом. У Маргариты за плечами есть опыт и в модельной отрасли. Именно поэтому она не смогла остаться в стороне и сразу, как узнала, что в городе будет проходить конкурс «Мисс Канск», подала заявку. Отмечает, в своих силах была уверена и не сомневалась, что пройдет кастинг. Единственное, боялась, что не сможет все совмещать, так как ее жизнь крайне насыщенная. Первым делом, конечно, у меня на первом месте стоит обучение в колледже, так как я уже третьекурсница, скоро уже диплом защищать. И в этом году еще пришла новость о том, что я стала губернаторским стипендиатом 2022 года, удостоена стипендии именно Виктора Петровича Астафьева за достижения в области литературного творчества и сценического искусства. Благодаря модельной школе я попробовала себя не только на уровне города, но также на уровне и края. И также мы ездили на гастроли за границу, выступала на штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Участвую в различных рекламных показах, различных рекламах города, фотосессиях. В общем, куда зовут, там принимаю участие. Еще также я работаю, уже у меня есть работа, работаю в своей школе, в Красном Маяке, педагог-организатором. Напомним, в этом году, спустя 15 лет перерыва, в городе вновь состоится конкурс красоты. По результатам кастинга были отобраны 10 девушек, уже в декабре все они выйдут на сцену. И именно тогда определится самая достойная, та, которая может гордо носить титул «Мисс Канск». Юлия Олейникова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал.